Хей, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем пройти группу назад The Binding of Isaac Attributes Plus. И сегодня у нас челлендж Hight Bro. Ну, посмотрим, как зайдет он. Так, шипастая комната, сразу заходим. У нас тут с вами моча, в принципе, прикольная персона у нас с вами. Не, давайте я хочу реролл. Я хочу шипастую нормально. В принципе, если у нас довольно урон стабильный, у нас скорострельность, во-первых, хорошая. Притычки в нас враги превращаются в какашку. Активный предмет у нас превращение мелких врагов в какашек. Вот так вот. И все. И что еще у нас есть? О, отлично. Реролл. Ладно, давайте так, если еще раз выпадет такой же сундук. Шипастый. Так, понятно. Я просто не хочу. Опа. Почему бы и нет? Больше предметов падает сундуков. Эх ты, ладно. Возьмем так. А я, получается, что получил? Ничего, да? Не, давайте реролл еще раз. Я тупанул немножко. Немножко тупанул. Ну, с кем не бывает. Не, ну, больше вещей в сундуке на одну монету. Это кайф. Давай, дамаг. Дамаг или иди в зад. В сундуках, блин, раньше в каменных сундуках больше было дропа. И шанс на выпадение именно предмета внутри, а не всякого дерьма. А теперь падает только дерьмо. Понятно. Ой. Я на карту посмотрел, а я не посмотрел именно около своего персонажа. Голова гарпии, но у нас более такой хороший предмет, нам нужна не активка. Хотя если будет библетус, если библетус, то можно. Библетус нам дает это первое черное сердце и, кажется, статы увеличит. Ай, хороший. Хороший мне нужен. Эх, пушечки, пушечки. Две бомбы. Мне нужно, чтобы там падало два сердца. Ладно, я коснулся. Как будто, знаете, и не заходил внутрь шипастой. Следующее. Все, как я говорил. I can see forever. Находим такую и играем дальше. Я говорил. Подвал там только вот такие нам встречаются. Только в этом подвале. Это редкие, типа, это из последнего DLC, если что. Мобы. Такие прикольные. Типа с уменьшением хп быстрее двигается. Так, краску восстанавливаем. О, ништяк. Секретс. Я не помню, что она дает. Стоять. А, у нас и какашка еще есть. Эй. Окей. Ключи, ключи. О, здорово. Здоровенькие злы. Террорная комната. Давай, сейчас буду с боссом сражаться в этой комнате.
Дали лучше бы мне ерорного-то мальчика. Отлично, убили. Везунчик. Я везунчик. Ну ладно, ни туда, ни сюда. Ну, поехали тогда. Попки. А главное, вот эти кокульки, которые они типа создают, они не работают на меня. Типа я не могу из них монету фармить. А было бы имбово, знаете, типа вот их несколько штук, да, выломать и фармить все кокульки. Эх, жаль, что так не может быть. Ладно, поехали. Так, и того, что у нас... Ага, нам нужно только до ноги дойти. Шипасту идем. А, народ. Давайте тогда сделаем так. Класс, значит идем. Ради 5 монет. Ну, знаете, в принципе, нормально. Зайду в магазин, куплю за 5 монет сердце. Считайте, ничего не потерял. Зашел с сердцем. И с магазина тоже выйду с сердцем. Типа обмена, знаете, хп на монетки. Что выпадает? Бомба, бомба хорошо, бомба всегда хорошо. Так, вижу хороший камень. Делаем так. Взрываем вот так. Получаем бомбу обратно. Плюс батарейка, плюс бомба, плюс 2 хп. Ништяк. Все отлично, заходим. Как я вам говорил, хотя... Блин, давайте, ладно, я малого взорву. Чем мне так везет на этих тупых пауков? Давай, 3 монеты мне нужно всего лишь. 2 монеты. 2 монеты, и все будет ништяк. Я думаю, если я открою лоста, как я буду... О, отлично. Так, лол, чемпи. Мне нужно еще одна... А, значит, они почти от этого сдохли, да? Монета. Знаешь, так. Просто... Хотя... Нет, нет, я не буду брать. Типа, и да, я могу купить, сходить, у меня как раз хватает, но я лучше куплю еще одну шмотку в магазине, чем сердце, которое я смогу выбить с камнем. Кто из врагов будет? Монстром. Давай не прыгать. Почему мой паучок тебя не дамажит? Не поджигает. А, паучок. Я ж тебя не просто купил, чтоб ты хп мне показывал вражески. Чтобы ты еще атаковал. Вон, дотронься до него и заморозь его. Я гомнюк. Больше таблеток. Tears down. Это плохо. Таблетус. Ух, я ж пересрал. Но, знаете что? Выбирать не приходится. Атаковать мочой? Как нифиг делать. Все, поехали. Атаковать мочой, как нифиг делать. Так, сразу в шипастую. Убиваем, открываем. Ладно. Something's wrong. Something's wrong.
еще опять таблетка. Лакап. Мне бы Ball of Steel найти. Было бы зачетно. Что здесь у нас? Да, урона мне, конечно... Да ладно, в принципе, нормальный урон. Он наносит вот этот лазер, да, он наносит, в принципе, мне урон. Моего урона самого, который у меня сейчас есть. Ну, вы видите, вот тут просто... Как будто у меня, не знаю, скорострельность единица. Теперь только адские сделки. Теперь мне нужно полет искать. Так, молодец, траванул его. Побежали. Так, здесь я лучше сделаю так. О, ништяк. Уважаемые предметы. Ключ я буду использовать в последнюю очередь. Но если использовать ключ, тогда мне нужно будет поражать карту. А то сейчас скажу, ключи проюзаю, а карту не забуду использовать. Так, идемте вниз, сразу заряжаемся. Точно, мод поставить. Забыл. Ладно, потом. Если так, я буду, короче, тоже с бэбиком, который Брим пускает. Если он, конечно, выпадет. Везет, если... Так, давай, умирай. Монетка. I can see forever. Блин. Ха. Прямо к секретке. И прямо обратно. Так. За пятерку беру. И уходим. Простите, я хочу пройти. Ой, блядь, что ты кусаешь спину? Да. Вы издеваетесь? Они мне не дают пройти в дырку. О, дали. Тут фигня оказалась. Четвертый раз. О. Всё, прекращай. Один раз запустил меня, и хватит. Да, монет падает мне прилично. А урона, конечно... Такой себе. Какашки... А какашки, поняли, просто смылись. Как и настоящие какакульки. Даже не превратились. Ха, забавно. Ты мне... Ты знаешь, сколько дохера отнял сердец? Ты упырь, ты у меня отнял целое сердце. Ну, замок окей, спасибо. За дамаг уж спасибо. Тихо. Что? Голова. Бля. Не хочу голову брать. Лучше унитаз возьму. Слимной бочонок лучше возьму. Тихо. Да, запись идет. Запись идет, значит все хорошо. Так, наверх. А, мы челлендж выполняем, точняк. Думал, за кого я играю хотя бы. Так, ключ. Минус. Идем сюда. Ключи мыши сраные. Мне показалось, либо мои шорты начали двигаться.
Не в игре, в реальности. Просто боковым зрением, видишь, они начали двигаться. Уй, найс, плюс сердце. Плюс сделка. Так, мне нужен магазин. Желательно бы сейчас. Когда вниз спущусь. Ай-яй. Ключик. Бум. Класс. Вот не дожил я немного. Дерьмо. Шлак. И дерьмо. Ладно, что ж поделать. Бомбу не надо мне. Босс, побежали к боссу. Ауч. Это было больно. Да хера сердец мне теперь. Так, следующая комната у меня будет с боссом. Тихо. В принципе, можно ходить. Локдаун. И локдаун можно взять. Что можно взять? Есть что-то там закрылся. Ом, окей. Больше ключей. А, давай, хотя... Не, хочу какашку. Локап. Правильный выбор я сделал. Брым. Получилось. Плюс бомба. Может черепа взрывать, то мне тех уже бомб. Ложкой ешь. Ха. Бабанка. Я что, мне нравится вот. Просто идет серия уничтожений, да и все. Враги просто ничего вам сделать не могут. Популяй в меня. Идиота кусок. World. Ай! Ой-ой-ой, я опять застрял. А, не страшно. Так, как туда бы еще попасть? Ой, черт. Да черт. Так, у меня там прин... А, не, у меня, в принципе, почти там фулка была. Не страшно. Я там почти фул был, поэтому не страшно. Так, попрыгана я убил. Ох. Отлично. Магазиныч. Ну, как обычно. Купон. Фул хп. Погнали. Ну, замечу, что у меня урон округлился, то есть у меня сейчас урон не 4.08, а 4.1. Так, отлично. Старт. А, но у меня все равно с вещами здесь нету. Комната. Комнаток нету. Ну что, поехали. О, молодца. Замедляешь его. Отлично. Умри, война.
Война, умри. Так, Орби. Белка. Все вещи двойные. Ну и все получается. Юзаем карту, идем на выход. Давай тебя взорву. Похавают аплитосцы. Так, I can see forever. Ретровижн. Шлак. Я хотел просто безопасно потом в это войти в комнату ту. А не вышло. Лады, погнали вниз. У меня больше серьезно не хватает ни на что, чтобы купить. Тихо. Чертовы попрыгуняки. И почему-то я всегда бегу на их атаки. Так, успеваем. Так, I can see forever. Things good. Дашь второй купон? Ага, хер там он даст. Хер он мне даст. Оу, shit. Oh my god. Вот дал бы купон, блин. Ай, ладно. Эх, ладно. Забираем вещи. О, блин, блин, нужно искать их срочно. 7 монет. Так, ХП, пожалуйста, монеты. Спасибо. Будем сейчас подарки открывать. Так. Так, бомбы. А, локдаун то оказалось, была монета. Так, все. Можем идти. Так, забираю батарейку. Ладно, все, я уже коснулся. Так, поехали. Берем тебя. Раздваиваем, все. Так, берем тебя. Lock up. Lock up. Lock up. Puberty. Puberty. Ну ладно, возьмем еще последний пиперти. Puberty. Так, батарейку. А теперь готовы к открытиям подарок. Поехали. Прым. И что здесь? Карты. Порт, ладно, возьму за монетки, возьму активку свою и погнали. Так, превращаем вас сразу в дерьмо. Заходим, покупаем, забираем нашу активку заполненную. Так, я не помню. Как переключаться, я забыл. А как серьезно переключаться? Ладно, буду потом вспоминать. Вот между таблетками, допустим, как переключаться, да, вот. Я вот это сейчас забыл. Прыгнул, гаденыш. Ладно, зато не задамажил. Пипец, вокруг меня просто две батарейки летает. Ну что, готовы? Final boss. Finish. Finish it. Oh.
нормально. Нормально идем. Урона, конечно, у нас. Кудышь у нас тоже. Дамаг есть. Убивать можно. Отлично. Плюс терза. Заходим сюда, смотрим, что здесь. Что, ребята, удлиним еще немного игру. Юзаем ложку. Не, я понял. До свидания. До свидания. А знаете, какой у меня вопрос? А я смогу ж, по идее, войти в здание? Ну, по сути, я все равно, даже если так, то я челлендж выиграл. Если вдруг я не смогу вернуться... А, мне уже все равно, просто идем на пролом. О, можно еще один предмет слушать и купить до конца. Приставку. Теперь можем идти на выход. Берем батареечку. Заходим. Наливаем водичку. Забираем. GG. Джара. Ай, блин, вот это, блин, нужно было Джару. Блин, а я думал, почему я вот это играл, помните? Ой, как она называется, ебаный народ. Не хотел сказать против Хаша. Короче, против жадности. Когда играл. Я не мог выбить Джару вот эту карту. Она, Джара выпадает всегда в адской комнате. Ну, сделка с дьяволом. Теперь мы ее заработали. Ну что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.